Приглашаю вас в свою импровизированную творческую студию Арк ТВ и хочу поделиться очень личным. Но с моей точки зрения, позитив, которым не стыдно делиться. 5 декабря ваш покорный слуга мог отметить личную 5-ю годовщину своего Майдана. Об этом я не боюсь признаться публично, что 5 декабря 2013 года был на Майдане, работал, естественно, как журналист для своих подписчиков, для своих друзей в социальных сетях, снимал, публиковал, но сейчас не об этом. Конечно же, мечтал, если нашлись бы, как нынче модно говорить, инвесторы, я бы с большой охотой был в этот день в Киеве. Но заранее сын, зная о моих намерениях, младший сын Вадим, попросил меня, чтобы в этот день, 5 декабря, я вел его, представьте себе, творческий вечер. И так это и было. В объявлении, или здесь это в Штатах называют флайерсы, был вот такой анонс: «Спешите делать добро». Ну, Вадюш когда-то слышал, что у папы один из любимых девизов: «Спешите делать людям добро». Но главное произошло на следующий день после вечера. Вадюша сделал мне презент. У него вышло уже 3 книжки, и он мне подарил вот одну из них — «Свет солнца в прозрачной воде». Написал: «Дорогому папе, большое спасибо за наш совместный, замечательный творческий вечер. Должен вам сказать, что людям понравился, это было искренне. С любовью и теплотой от Вадима А. 12.05.18. Мой старший сын, который Юрий, вел съемку телекамерами своими, 3 сразу. Начался этот творческий вечер с необычного дуэта Вадима с одним из его американских друзей. Was blind, but now I see. А потом, признаюсь вам, последовало, как я потом назвал, откровение советского отца, когда я уже в качестве ведущего попросил прощения у своего младшего сына. Творческий вечер поэта Вадима Аркадьева. Я сразу как-то, ну я человек советский и сомневающийся, я сказал: «Ваденька, ты поэт?» Он говорит: «Да, я поэт». Я говорю: «Ну, может быть, не надо, это ведь определяет как-то время, расставляет акценты». И я говорю, он говорит: «Ты можешь меня не считать поэтом, но люди считают меня поэтом, многие мне говорят об этом». И кроме того, он сказал фразу, после которой я, естественно, где-то и сомнения закрались. Вадюш сказал: «Я в глазах Бога поэт».
В эту ночь, естественно, слава Богу, Вадюша спала, у меня ночь была тревожная. И вот ночью я читал среди ночи многие стихи из вот этой его книги. И понял, что я начну этот вечер. Он оказал мне честь, чтобы я вел этот вечер, что я начну этот вечер с прощения, попрошу у него прощения. И я понял, читая эти стихи, что если они берут за душу, они меня взяли за душу, и я дилетант, в общем-то, и в лирике, но решил вот именно так начать этот вечер. Искренне ваш, Дэви Аркадьев. Сегодня 29 августа 2019 года из Филадельфии.